Всем привет! У нас уже обед. Мы собираемся с Софией, иду в школу на собрание по музыке. Вот. Я сегодня с утра занималась домашними делами, в общем, уборкой занималась, потом покупалась. Вот. Теперь мы собираемся, нам на 3 часа надо на собрание. У Софии будет концерт в музыкальной школе. В общем, там надо с родителями обсудить. Смотрю, уже у меня такие корни отросли. Ну ладно, завтра буду ходить скупляться и куплю краску для волос, покрашусь. Не красилась никакой косметики. Покупалась, крем только нанесла и все. Бы накрасила, пойду так. Неохота мне ни тонаком, ни пудрой, ничем. Софийка, порядок? Давайте я хвостик сделаю. Микки телепает мое полотенце. Так, я его уберу. Да? У нас на улице солнышко светит. Сейчас вам покажу, выйду, покажу, какая погодка. И еще у нас и свет, и вода есть. Красотень. Аккуратненько. Все, мы собрались. Давайте я сделаю прическу. Ты снова расстроена. София снова расстроена. Ей ничего нельзя одеть. Ей все мешает. Вся одежда ей все мешает. Я не люблю рукав на рукав. Ну как не одеть рукав? Водолазка, сверху тоненькая кофточка. София, одевайся. Нет, на улице зима. У нас каждый раз, когда мы собираемся, мы вечно ссоримся. Сейчас я вас, девочки, тут поставлю. И вообще невыносимо, да, снимать? Так темно что-то все время. Две лампы горит. И темно. Сейчас я Софии хвостик сделаю под шапку. Хотела Софию покупать, но не успели мы уже по времени. София будет купаться назад. Домой придем, будет купаться. Да, Зайка? Ну, не расстраивайся. Ну, что ты расстраиваешься? Ничего. Бери конфетку, скушай мне даже конфетку. Нет, стой, может мне этот вкус не понравится. Они мятные. Я знаю. Я просто такой вкус еще не ела. Такие конфетки кушаем. У меня очень болит вот этот палец. Уже коршуны. Позвонила сегодня девочке, у которой делаю маникюр. Завтра иду на 9 утра на маникюр. Сейчас я тоже конфетку съем. Мне это не нравится. Давай мне ее. Нет, ну давай. Значит, не трогай их. Мне просто такой вкус не нравится. Я тебе сказала, она мятная. Я знаю, мне нравится мятная, но только малиновая. Ну, бери красную, не бери тогда эту. Так что завтра буду маникюрчик делать, только не знаю еще какой, не придумала. И хочу сделать короткий. Этот раз это мои ногти, я их не наращиваю. Они длинные очень, мне уже неудобно. Я переходила сколько? Пальцем все время бьюсь. Он уже начал отслаиваться вот тут вверху. Ты когда их перед Новым годом делала? Кошмар. Уже весна. На, выбрасывай бумажки и одеваемся. Микки, ты остаешься на хозяйстве. Была. Мне придется шарфик одевать. Горло открытое. И шапку. Как всегда. Потому что на улице холодно. Шапочку. Мам, я просто вот здесь. Ну, просто ручки. Понимаешь, вот это вот так садится, а рукава все переключены внутри. Ой, ты боже мой. Давай. Тебе шарф одеть на шею или на куртку? На куртку. Хорошо. Конфета сейчас будет у Мики во рту. Она только дотяпала. Уже, она уже давным-давно. Год назад еще лежала. Ну, типа, кавычка. А мы сегодня папу провели и думаю, буду заниматься уборкой. Так я все попылесосила. Стой, 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 рука полетела. Пыль повытирала, полы помыла. Сегодня аллилуйя. Я мыла спокойно полы. Вы представляете? София сидит на диване.
И Мики лежала. Я начала мыть полы, а она даже не обращает, ну, смотрит на меня. Я прям удивилась. Ну, уже в конце, конечно, уже в ванную, когда дошла, она прибежала. Ну, ничего. Ну, ничего. Она ж не в зале 24 часа тебя скакала. Обычно я не могу помыть полы. Ну, неудобно. Ну, здесь как-то вот тут оно там висит. Жди, скоро лето. Терпеть с ними не могу. Ну как ты маленькая одевалась, и еще тебе теплее одевалась. И ты ходила, ничего никто не возмущался. Ну вот так. Не люблю зиму. Хочу лето, что ты? Тебя не видно. Поздоровайся. Всем привет. Рукавички есть? Угу. Я мне не хочу. Мама. Все. Теперь я. Ты сильно затужила. Ой, мне хочется ругаться. Почему? Потому, София. Выходи, обувайся. Да, я тебя обуваю. Хорошо. Тебе в них удобно? Да. Не холодно? Нет. Ну, все. Причинаю. А я одену так шарфик, потому что, видите, горло голое. Кусик, дома остаешься. Иди к себе в лежачок и жди нас. Мы, наверное, часик будем. Я сейчас тоже возьму рукавицы, а то я потом вечно мерзну. А, руки мерзнут. О. Все. Все, все, все. Телефон. Ага, телефон снимает. Сейчас подушусь. Конфетки и перчатки. А где мои перчатки, София? Я не знаю. Не знаешь? А я знаю. Так, один свет выключить. Двери немного прикрыть. Все, сейчас на улице встретимся. На улице идем. На улице так красиво. Все красиво, красиво. София, только не набери в эти сапоги снег. У нас новый магазин еще вот такой открывается. Вот хот-дог. Роллы на пыль. Ага, ну он еще не открылся будет. Вот тут мы покупали пиццу, очень вкусная. Идем. Мама, ну не бегай. Ну а если зима пришла? Давай. Надо бегать. Ну вот туда. София, давай будем назад идти, потом будем бегать. Мы сейчас придем, у тебя растает снег, и он будет у тебя в штанах. Давай. Вот там внизу упадет в сапожки, засыпется, не надо. И штанишки будут мокрые. Кстати, на улице мороз, хороший такой мороз. Пожалуйста. Давай, беленька. Давай. Да что там нельзя, везде можно. Все беленькое, такое красивенькое. Класс? У меня же кнопочка растет. Давай, идем, идем. Вот у нас Ева рядышком. Я вам уже показывала. Ева! Это детский магазин, Аленка. А на улице не жарко. Да не жарко, я уже сейчас, наверное, буду прекращать съемку рукав. Все, все, мерзнет. Вчера рассказывала ветки, видите, как обламываются, огромные, пообламывались ветки. Аж страшно, да, под деревьями ходить? Это такой кусок снега. Это трактор расчищал дорожку. Ну, такой кусок снега. Угу. Пойдем, пойдем. Елки какие, сколько снега на елках. Веточки поопускали, тяжелые. Мама, меня покажи. Да показывай тебя. Ой. Может, в этом году уже не будет снега. Какие высокие елочки у нас красивые. И небо голубенькое. Ну, хорошо. Хорошо зимой. Да, жалко, конечно, что ветки пообламывались. Но от тяжести мокрый снег сразу в лед превращался. Веткам тяжело и поломались. Прям огромные ветки обломились.
Ой, ну мы идем, ну как в сказке. Все такое красивое. Правда красиво? Мама, я уже иду с лепешкой. Прям красиво-красиво. Ребята, солнце. Хотите, я вас скину? Маму можешь кидать. Солнышко, опа, есть. Светит. Ну смотрите на мои ручки. Ну ничего, труси. Кустики, все беленькое. Ой, солнышко светит. Мороз крепчает. Кусты какие, как эти Мам, стоят. Я хочу там побегать. Софийка, пойдем, там очень глубоко. Снега много намело у нас. Ну так глубоко. Пойдем, пойдем, да. Ух, беленький снежок. София говорит, мама, лянь, какая луна. Я говорю, ага, красиво. Так именно, знаешь, как если в космос полетит, мы такой же самый увидим. Ага. Но как-то даже не передать. Все, мы уже идем. Нос красный. Мы замерзли. Софии плохо. У нее болит живот. Мы идем быстро домой. Мам, вот ты так рассказываешь, будто тебе не верится. Ну, чего мне не верится? Ну, ты сказала, у тебя болит живот. Не, пойдем пряменько так. Мне плохо. Ну, я иду домой, София. Ты не идешь, надо бежать. Побежали. Ну, так бежи. Ну, давай, начинайте, буду догонять. Да, ты умеешь бегать? Да, что упасть, знаешь, как скользко. Ага. Сейчас зайдем в магазин. Хлебушка надо взять. Уже дома включусь, а то холодно. Мы уже пришли домой, замерзли. На улице классно, мороз такой вообще. Так, зашла в магазин, скупила. Сейчас вам покажу, что купила. Ну так, немножко. 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 Накрасила и шла губы помаду. И уже домой пришла, вытерла губы. Помада, которая она сушит. На улице мороз вообще еще хуже сделала себе. Ну ладно, сейчас покажу, что купила. Зашла за хлебушком. Купила, так захотелось пепси. Купили пепси. 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 Это Женя купила на работу, а себе мне? Покупает. Маленькую нет, маленькая, ну, это пакет. Маленькая это мне. Нет, маленькая. Надо бы тогда три пепси было. Так, хлебушка купила. Он не тот. Это не такой, как мы вчера брали. Да. София, зачем ты сказала? Ладно. Купила, захотелось вот такой грудинки. А что это? С чесночком. Ну, сама. О, а я на нее так посмотрела еще. Вкусненькая такая. Сейчас москофик. Блин, я забыла молока купить. Ну, молодец. Все. Ты где-то еще сходишь? Идти снова за молоком. Как мне охота выходить? Ама, ты не раздетая. Ты еще где-то выручила. И сосисок купила. Сосиски с сыром килограмм. Мам, ты знаешь? Все. А вот мой телефон, да, наверное? Угу. А где мой телефон? Пакетик убираю. Так, надо мне готовить кушать, но сегодня уже не буду, завтра буду. Я и купила сардельки, у меня каша я вчера гречневую варила. А завтра, наверное, буду уже скупляться такое. Ну, в общем, надо готовить и первое, и второе, и третье, и четвертое. Не знаю, что варить на первое, что готовить. Молоко не пойду. Хлеб купила, конечно, не такой, как надо. Ну, ладно. Вчера покупали круглый. Ну, тут такая дырочка еще была. Очень-очень вкусный. Но это, наверное, какой-то серый. Какой-то он такой. Ну, ладно. Микуська, что ты лежишь? Давай поздороваемся с девочками. Давай поздороваемся. Давай. Давай поздороваемся. Да-да-да, смотри. Никуся. Моя золотая. Никуська. Она лежит на полу, пол тепленький. Ты мой золотой, ты мой золотой. Мы вчера с ней ссорились. Она снова, как спать ложится, плохо себя ведет. Меня спрашивают, сколько она весит. Девчонки, я не знаю, сколько она весит. Но она такая уже не маленькая. Не маленькая. Но мне кажется... Может, кило 200-300, а может и больше. Женя говорит, 2. Я говорю, да иди ты 2 килограмма. Лохматька. Резинку не хочет ни в какую одевать. Да?
И целовалась. И целовалась бы, и целовалась бы эта девочка, и целовалась. Полики теплые, да? На полике спишь? Микусик, блондинка моя, блондинка моя. Девчулька. Девчулька моя маленькая. Девчулька. Я тебе хотела показать, чтобы ты красивенькая была. Посмотрела на девочек в камеру, показала бы свои глазки. Глазки показала свои. Не хочет показывать, не хочет. Кусака малая. А мы только что и шли с Софийкой, и два мальчика, и шли тоже с Йорком. Ну, он такой большой Йорк, тоже в комбезике по снежку бегал. И Микуська будет бегать, да? Скажи, на следующий год уже буду бегать. Будешь. Так, сейчас будем кофе пить или чай пить. Хочу с этой, с грудинкой попить. А вообще сейчас пепси хочу сначала попить. А может попозже попью. Все, убираю, бо она крутится. Крутится, вертится, шар голубой. Беги, гуляй. Что? Ты крутишь волосы? Да, намочила одну прядку, на этот мочу и давлю. София, вон твои волосы у меня на руках. А, отлично. Да что ж тут отлично? Хочу пепси. Кто ты? Хочет пепси? Я. Будем пить пепси. Пепси. А, блин, она сама наскучила. Ну, видите, у меня прядь никак не накрутилась. Девочки, пепси разливается. Мы же шли, наболтали. Ну, не мои это проблемы. А, мама только убирала. Давай сейчас все засрем. Ну, давай. Что будет? Да ничего, липкнуть все будет. Мыть надо. А кто это делать будет? Конечно же, мама. Ну, я, может, помогу. Да ладно, все нормально. Уже мама наливает, все норм. Ничего не разлили, все хорошо. А я всех love you, love. Я всегда говорю по-английски люблю, там же пишется L-O-V-U. Я всегда говорю love, love, потому что по-русски это будет love. Как на улице красиво. Мама, вот смотрю пить? Сейчас, и такой снег, конечно, голубой-голубой. Класс, да, красиво. Мам, я первая. Ну, давай, я тоже потом попью. Ой. Ага, колючая. Я извиняюсь за выброс. А. Ты хоть красив. Вкусно. Ты что, еще хочешь? Не, ну бывает, так хочется. Я и шла, мне так захотелось пепси. Как на улице классно. Тихо, сейчас ветра нет. Снежок голубенький. А меня спрашивают, ты будешь гулять, Даня? Да, не, мы уже и так погуляли. Да, гулять не буду. Не будем, холодно. Холодно. Мам, тебе сейчас идти. Не, по молоку я не пойду. Мам, я хотела кофе. Нет, будем пойдёшь. Пить. Пойдёшь. Нет, София, мы будем пить чай. А я пойду пока переоденусь. Иди. Так, достала. Почистила вот это все листики, лаврушечку убрала. Сейчас будем грудиночку нарезать. Какая. Я, наверное, ее так еще напополам разрежу. И тут у меня чуть-чуть колбаски осталось. Дорежу. Вот так. Будем сейчас ужинать, когда так побольше мяса. Сейчас вот эти вот так еще порежу, да попробовать. Хлебушка сейчас подрежем. Микусик, что там пахнет? Тебе такое нельзя. Вкуснятинка. Вкусно с чесночком. Объедение. Что, Микуся? Ты не прыгай. Сейчас я это разложу, то, что нарезала. А все остальное уберу в холодильник.
Камеру поставила низко, да? Плохо видно. Сейчас мы перекусим, потом буду Софии учить уроки. А потом ее покупаю. Вот. И все. И день прошел. Вот так и день прошел. Вкусная. С чесночком. Женя завтра на тормозочек может возьмет. С хлебом, конечно, мы что-то просчитались. Сейчас мясико уберу. А как у вас погода? Пишите, выпал снежок? У кого выпал? У нас так хорошо, приличненько насыпало. Хлеб, наверное, серого цвета. Сейчас срежу. Да не, беленький. Беленький. Я думала, прям сильно темный будет. Ох, свежий хлебушек. А София с одноклассницей разговаривает по телефону в спальне, что хохочет. Девочки, бутербродик вас немножко подразнить. Объедение. Я чайник включу. А мне завтра, я уже рассказывала, с утра на маникюр. Еще надо успеть на рынок сбегать, яйца купить завтра, суббота. У меня ни одного яйца нет. Не, одно вареное осталось. Закончились яйца. Тем еще. В общем, по продукты сходить купить. Завтра буду готовить. Надо придумать меню. А говорят, хлеб нельзя есть. А так вкусно. Мы сейчас покушаем вот это, перекусим и все. И уже до завтра кушать не будем. В общем, можно кусочек и хлебушка скушать, правильно? А то смотрю, девчонки молодцы там. К весне готовятся, хлеб не едят, за фигурой следят. Девочки, надо как кушать и все говорить. Все в талию, в тонкую талию, все в тонкую талию. Надо вас поднять. Вот так. Вот так лучше. Вот. Мы сейчас с Софийкой, наверное, чайка заварим. Сейчас сюда надо застелить мне. Вот эти штучки. Вообще, сейчас Софию спрошу, может, она будет кашку кушать с сосисочкой, сарделькой ей нагреть. Сейчас я у нее спрошу. Так. Хлеб уже. Нарезочка. 100 грамм не хватает к нарезочке. Так. Чашечки достаем. Ага. София утром пила, тут не допила. Чай. Сейчас заварим чаечек. Такой мне чай с бергамотом. Я и крепкий не буду заваривать, так помахаю.
Все закипел. Сейчас чайку заварим, чаек попьем. А мы побыли на собрании, в общем, все обсудили, готовимся. Готовимся мы к концерту, детский концерт класса. 19 числа будет. В общем, с родителями договаривались, там наймем, наверное, видеосъемку, чтобы деток поснимали. Потом сладости, и надо зал украсить. Придумать украшения. Ну так, придумали. В общем, надо скидываться деньгами, покупать, все и делать. Будем украшать, а детки нам будут потом выступать. Я не знаю, буду я снимать, не буду. Если у нас видео будет, снимать видеосъемка. Ну, может, для себя что-то немножко сниму. Пока чай заварится, и уже наемся. Вот такие дела. На улице уже все темно. Время 10 минут шестого. Но если свет выключить, еще видно. Ну что, будем мы ужинать. С вами буду прощаться. Встретимся завтра. Покажу, какой маникюрчик сделаю. Еще не придумала. Сегодня, наверное, посижу в интернете, посмотрю. Но буду спиливать ногти, буду спиливать длиннючие вообще ногти какие. Мама родная. Мне так вот этот болит, так болит палец. Я его уже столько раз била, но еще не подорвала. Ну, болит сильно. Да быстрее делать. Я даже сегодня джинсы одевала, пуговицу не могла застегнуть. Думаю, сейчас как выломаю с мясом, а то будет жалко. Ладно, все. Всех люблю, всех целую, всем спасибо. И еще подписывайтесь на мой канал, кто не подписанный смотрит. Вот мне написала женщина, она меня смотрит. Извиняюсь, может быть девушка. Я же не знаю, картинки нет. Она говорит: Наташа, я тебя смотрю давно, оказывается, я была на тебя не подписана, просто смотрела. Так что она говорит: проверьте, кто смотрит, обязательно подпишитесь. Все. Всех люблю, всех целую, до завтра. Обязательно подписывайтесь.